Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. И, друзья, сегодня я хочу с вами поговорить о коляске, которая сейчас есть в ассортименте Steam-магазина First Buggy, первая коляска. Вот, это колясочка от корейского бренда. Премиум, я могу смело отнести эту колясочку в премиум-сегмент, потому что очень качественно сделана. Она едет приятно, дорого, такая сбитая вся, качественная подгонка деталей классная. Вот поэтому я ее смело отношу в премиум. Даже ткани здесь очень приятные. Колясочка у нас называется, это бренд Ryan. А, коляски длинное название, друзья. Prime Light Max Auto Folding. Ну, здесь само название говорит за себя. Она классно складывается. Ну, это мы в конце видео увидим. Вначале давайте технические характеристики вам назову. Естественно, это просто компактная прогулочная колясочка для путешествий. Короче, кроме снега, в принципе, ее даже круглый год можно использовать без проблем. Производитель дает гарантию на это изделие 2 года. Вес колясочки у нас 7,1 килограмма. Наклон спинки здесь очень прикольный. 115 градусов, друзья. У нас в сидячем положении, такая, как вы видите, хорошая капитанская посадка. И наклон 165 градусов. Не 175, но 165 для сна абсолютно достаточно. С 6 месяцев можно использовать эту колясочку, до 4-5 лет, до 22 килограмма, короче говоря, вес ребенка. И ширина колесной базы, здесь вообще вот всего, всей рамы, здесь 48 сантиметров. 48 сантиметров, да. Кстати, комплектацию сразу озвучу, чтобы к ней не возвращаться. Идет, ну, сама колясочка, все понятно. Дождевик и подстаканник будет идти в комплекте. В общем, здорово. Вот. Соответственно, давайте разбирать, что это за зверек такой интересный. Начнем мы изучать сверху вниз. И первое, на что сразу хочу обратить внимание, друзья, это материал ручки. Очень качественная, перфорированная, мягкая эко-кожа. И вот есть эко-кожа вроде много где используют. В некоторых моделях, колясках разных она деревянная. Здесь приятная, дорогая на ощупь эко-кожа. Ручка тонковата, как по мне, ей бы быть чуть-чуть потолще. А в остальном все окей. По высоте, смотрите, 186 сантиметров мой рост. Соответственно, приблизительно на свой рост как бы проецируете. Она никак не регулируется по наклону, по высоте. Что касается козырька, друзья, вот это его уже максимальное положение. Есть, естественно, на магнитике смотровое окошечко с магнитиком. Все хорошо. И сеточкой закрыто окошечко, естественно. Вот. И про материал я уже вначале говорил. Очень классные, тактильно приятные материалы. Прям вот хочется ее трогать. Действительно классно. Механизм здесь бесшумный. Будете регулировать, ничего не будет громко щелкать. С этим все хорошо. Давайте на спиночку посмотрим сразу. Здесь, кстати, регулировка спинки осуществляется не ремешками, а именно вот таким вот механизмом. Многие это ценят, любят. Вот, пожалуйста. Задняя стеночка у нас тоже с возможностью проветривания и с москитной сеточкой. Фиксируется на магнитиках. Раз. И магнитики все зафиксировали. Можно, естественно, подвязать и зафиксировать, само собой. Ну, куда без этого. Вот, в общем, все понятно. Давайте теперь посмотрим на сиденье. Потому что сиденье тут хорошее, мягенькое. Действительно хорошее мягкое наполнение у колясочки. Здесь материал отличается от того, что используется сверху. Он здесь более такой гладкий. Я даже не знаю, как этот правильный материал называется, но он более такой скользкий. И, как показывает практика, он очень практичный. Легко моется, чистится, в общем, все окей. Пятиточные ремни, мягкие накладки и на паховой зоне, и на плечевой, все естественно, есть. Бампер здесь, друзья, обит точно же такой же эко-кожей, как и ручка. И он потолще, как по мне, даже сделан. Вот такую бы ручку толщиной сделали, а не как бампер. Ну, в общем, самый грамотный механизм регулировки бампера, потому что полностью откинули. Не вот так он висит, а полностью, и мы спокойно можем сажать ребеночка. Подножечка, само собой, есть, куда без этого. И ступенька для ножек с такой декоративной хромированной накладочкой. Вот. И давайте теперь посмотрим на эти 165 градусов. Вот, соответственно, ну, как по мне, этого более чем достаточно, чтобы ребенок нормально спал и комфортно ему было. Поэтому это я не считаю как минус. Просто здесь так и все.
Так, теперь давайте посмотрим на основание, на раму. Рама, друзья, здесь, естественно, металлическая, куда без этого. Я вначале уже говорил, мне очень нравится сборка, подгонка деталей всех, она прям вот идеальная. И она не гремит, не люфтит, не скрипит, не кряхтит. В общем, едет она прям такая, как монолитная, ощущается, сбитой. Мне это очень нравится в колясках, я это очень ценю, поэтому акцентирую на этом внимание. Дизайнерские решения здесь такие, вот она вся изогнута. Кто-то любит, кто-то нет, это дело вкуса, само собой. Колеса здесь у нас просто прорезиненные. Передние колеса у нас здесь, соответственно, поворотные. Амортизация у нас есть и спереди. Смотрим. И сзади. Багажник здесь у нас очень достойный для такого рода коляски, потому что... доступ туда, в колясочку, в багажник очень приличный, он так закрывается, открывается, если нужно. В общем, в багажник у меня здесь претензий нет. И классный тормоз, друзья. Нажимаем сверху и нажимаем сверху. Оба раза мы и сверху нажимаем, когда тормозим, и отпускаем с тормоза. Все хорошо. И теперь, друзья, самое интересное, как она складывается. Потому что это, наверное... функция одной из самых важных при выборе вот такой вот такого рода колясок является. Поэтому смотрим. Чтобы сложить, здесь у нас есть такой рычажочек, здесь замочек нарисован зеленый, красненький, соответственно, в сторону зелененького оттягиваем, нажимаем кнопочку, и просто она сама уже складывается. Вот так это выглядит. Все. Она стоит, соответственно, и ее легко транспортировать. Также в большинстве компаний, я полагаю, ее можно будет использовать как ручную кладь. Почему говорю в большинстве? Потому что реально это отличается немножечко в разных компаниях. И перед полетом лучше на всякий случай убедитесь, что именно ваша колясочка пройдет там, где надо. Поэтому имейте в виду. Соответственно, поднимается все очень легко в обратном порядке. И обязательно дождитесь щелчка. Щелчок был, замочек отскочил обратно, зелененьким стал. Все, соответственно, она в рабочем состоянии, можно эксплуатировать. Ну, собственно, друзья, я все вам рассказал. И подытожу. Уже я вначале вам сказал, что колясочка мне понравилась. Я особо даже слабых мест в ней так не знаю, кроме особенного дизайна. Это не слабое место, но он особенный. И вот кому-то нравятся такие изогнутые линии, а кому-то нет. Поэтому вот этот момент к недостаткам отнести я не могу, но к особенностям могу. В остальном же... нормальное спальное место, нормальная ширина колясочки, плотненький ребенок туда нормально поместится. Отличный материал, отличная сборка, адекватная цена на текущий момент. Ссылка внизу на магазин First Buggy будет. Кстати, можете какую-то еще выбрать, и вам две колясочки привезут, и вы сравните, соответственно, уже выберете одну, другую курьер увезет. По-моему, хороший сервис. Вот, в принципе, все, добавить мне уже нечего. Если вопросы есть, задавайте в описании к ролику, комментарии оставляйте, по возможности быстро на них отвечаю. А вам лишь хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах, до свидания.